Продолжаем маршрут. А, так можно ведь вот это вот упустить. Не надо. Красочки. Надо упускать, но мы не будем. О, наверх. Ух ты, как круто. Поехали наверх. Сначала было немного страшно, а теперь всё. Сейчас уже, да, страх прошел как-то? Тут что-то строят? Мама, сейчас будет страшно. Вот сейчас. Там это штука. Красота, красота. О, какой сзади бомбезный вид. Ого, круто. А, через телефон плохо видно. О, как яблоко сзади. Вон там на горах. Это вот пухи? Да. Какие-то вентиляторы тут стоят. Непонятные, что такое? Зачем они нужны? Вы знаете, потерялись на смотре? Ага. Или там отдыхают? Там отдыхают. Фотограф он сидит. Как тут бомбезно, просто класс. Обалденно. Вау.
персонал. Дай мне тоже, крой. Тоже пить хочу. Ну сейчас кроемся сильно. Осторожно. Вау. Поехали наверх на сам. Круто! Ты что ли еще теплую одежду взял? Я да. А, думал, холодно будет. Ну, здесь горы же. Здесь погода такая непредсказуемая. На, хватай, давай. Взял? Ва, да. Как там круто! Вау! Обратно это. Спускаться как. Будешь, когда будешь смотреть. Сейчас? Вперед. Будь здорова. Вот прикольно. Закрытые бы, наверное, ничего не видно было. Да. Да, наверное, большинство открытые выбирают. Там думают, дурачок едет, да? Вообще пофиг, что они там думают. О, улыбаемся и машем. Дюзбу черная. Да, прям хорошо. Вроде сейчас, она не тяжел. Держится. Смотри, вон лес. Ага.